Привет, друзья, вы на канале Супер Лиза. Сегодня у нас веселый челлендж. И называется он челлендж без большого пальца. Так, Лиза, да, придумала различные задания. Ну, с чего начинаем? С имени. С имени? Какое имя? Свое, каждое свое. Папа, могу большое имя, но маленькое. Ну, давай. Стой. На старт. Внимание, марш. Все, готово. Я еще сердечко пририсовал. А между прочим, удобно так писать. Я тоже хочу звездочку. Легко. Легко так писать? Угу. Так нормально. Не очень трудно. Не так сложно. Вот что у нас получилось. Ставьте нам лайки, большие лайки. Прикольно. Дай-ка. Покажи. Я уже показала. Круто. Дай краба. Тинг, тинг. Давай. Классно. Так, складываем. Ручки сюда. И сюда. Теперь задание. Зато можно сливу сделать без большого пальца. Нет. Стаканчики у нас будем делать башенку. Вот такие стаканчики. Да, надо ставить башенку и разобрать ее. Нет. Да, конечно, так интереснее будет. Ну, готово, да? Два, три. Так. Как мне поставить? Есть. Раз, два, три. Хоп. Просто мы не соскочили. Ура! Ура! Я победил в этот раз. Да. У нас... В этот раз я победил. Так, 1-1. Один? 1-1. Один. Открываем шоколад. Твикс. Да, Лиза придумала, что надо открыть твикс шоколадку. А зубы можно использовать? Нет. Так, неинтересно, подожди, стой. Надо. Я даже не готовится. А, вкусно пахнет. А да. Съесть потом можно будет? Да. Да, точно можно будет? Да, да. Подожди, приготовишь. Так, шоколадку надо положить. Сюда. Вот сюда надо положить шоколадку. Не надо так. Руки сюда. Ну что, готово? Да. Начинаем. Не открыть. Не открыть. Не открыть ее. Ну не открыть. Как ты его хотел открыть? Ну не открыть. О! Открылась, ура! У меня тоже. У меня открылось. У меня тоже открылось. Сделай паузу. Скушай твикс. Нет. Не пауза, это киткат. Сделай паузу. Съешь киткат. А у меня твикс. Два-два. Я тоже открыла, но не могла. Вкусный. Вкусный твикс. А, кстати, я как-то не знаю. Дергал, он как-то сам хоп и открылся. А теперь, я так понимаю, еще один конкурс. Еще одно задание. Чтобы усложнить задачу. Тебе будет Kinder Joy, взяли... а мне фиксики. Да, Kinder Joy. Тебе будет Kinder Joy, потому фиксики. Что ты больше. Ах, я даже не знаю. Так, Kinder Joy ледниковый период. А у Лизы что? А, фиксики. Kinder сюрприз, фиксики. Давай открываем. Ну, поехали. Я уже открыл. А игрушку тоже надо достать? Да. И собрать. Да ты что? Нет, какой? Ага. Собрать. Собрать. О, у меня! Ты раскрой сначала. О, без меня нельзя! Нечестно, все, тебе не считывается. Ты сама сказала без зуб. Я у тебя спрашивал. Без зуб. Ты проиграла? Нет!
Да? Нет! О! Еще тебе надо второй открыть. А у меня белка. Белка? Точно. Подожди, Лиза, стой. Так. У меня покус. Так, у меня белка. И ты нечестно, Лиза, зубами нельзя. Ты сама сказала. Ладно. Я у тебя спросил, можно ли зубами помогать? Ты сказала, что нельзя. Поэтому нет, это не открыть. Считается. А мне это легко, что ли? Да, тебе легко. Тебе да. Раз, два и все. Ну, давай меняйся, бери киндер. Нет. А я возьму фиксиков. Не хочу, Мои любимые фиксики. Я не могу собрать белку, тут крутится у нее. Подожди. Собирай, собирай. Я собрала папуса. Да, тебе забирать надо было. Не могу. О, ура, вроде что-то получилось. О. Как вам показать? Ура, вот белка моя из ледникового периода. У меня. Давай, второе. Так, и без зуб. Да. Это не считает. Куда ты уже? Я еще не успел. Хорошо, ты нечестно играешь. Честно? Честно? Нечестно. Честно. Ого. Открыла без... О, у меня сразу собранные, у меня мотоцикл. Мне не надо ничего собирать, у меня он заводной. Сейчас покажу. Чтобы не кинулось опять. Так. Я первая. А у меня веселые друзья. Нет, сумасшедшие друзья Crazy Friends. Ой. Попались из коллекции Crazy Friends. А что он делает? А, у меня цвет. Да. У меня, который меняет цвет. Да. Зеленый и желтый. У меня меняет цвет. Не могу запросить. Ой, иди туда, как поехал. Шоколад. О, на заднем колесе идет, Лиза, смотри. Да, я вижу. Тяжело как-то без одного пальца. Угу. Смотри. Крутые игрушки. Да, подожди, посмотри, какая коллекция в этом ледниковый период. Столкновение неизбежно. Устала, я уже очень. Нет. Болят пальцы. Ого. Что? Цуки коллекции. Вон я даже белка космонавт. Девочка. Да. Ой, кто это? Забыла. Это мама, не знаю. Мама. Сейчас я вам покажу коллекцию поближе. Вот. Вся коллекция. Тяжело показать, если честно. Так, давай-ка это убираем. А, подожди, двигаем. Да, двигаем тут. Потому что тут никак. Я. Так. Открывай себе банан. А съесть его можно? Нет, да. Как нет? Так нет или да? Да. Так, это мы все убираем. Подожди, а что ты делаешь? Я буду открывать. Ну так ты еще не открывай. Не, не открывай, мне просто. Что просто? А не смотрите, как я буду открывать. А зубами можно? Нет. Как нет? Нельзя. На стол. Нет, на стол. Я не вижу. Может, у тебя уже открыто. Ты покажи. Где? Нет. Так, ну что, готово? Да. На старт, внимание, поехали. Ура, я открыл. Я тоже. И съесть его теперь надо. Я шучу. Если честно, я даже не знаю, кто победил. Мне кажется, что Лиза. Да. Но хотелось бы мне. Я открыла. Дорогие наши зрители, напишите в комментариях, кто же победил. Да. Кто же? Болейте за меня. За меня. Кстати, я как себе банан открыл. А я его больше съела. Вот. Я еще пошла, сейчас он откушу. Маленький. Так что ставьте лайки. Да, подписывайтесь на канал Супер Лиза и Супер Я. Да? Не пропускайте наше новое видео. Оставьте в комментариях, кто же победил, за кого болеете. А пока что ставьте лайки вот такие. Да, большие. Вот так. Вот так можно показать. Вот лайки. Большие лайки. Пока-пока. До скорых встреч. Не пропускайте наше новое видео. Пока. Подписывайтесь на наш канал.